Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы, наверное, знаете, компания Tiki с 2016 года предоставляет специальную программу, сканер, с помощью которой можно находить так называемые вилки. И этот сканер работает, по сути, уже 2 года. И прошлой зимой, где-то зимой 2018 года, был выпущен новый продукт под названием брокер Tiki, который работает уже на полном автомате. То есть, если на сканере Tiki требуется участие человека, чтобы он находил вилки, но для этого нужно потратить определенное время, усилия, то брокер Tiki работает на полном автомате, и мне этот момент очень нравится. И смотрите, по сути, практически отображается полная статистика по всем совершенным сделкам. Здесь вы можете видеть спорт, футбол, дата 17 декабря 18:30. Между кем состоялся матч, в каких конторах делалась сделка, сумма сделки, профит, итоговая прибыль. И вот если прокрутить, то есть смотрите, практически каждая сделка, все подробно расписано. И таких страниц, как видите, достаточно много. То есть можно листать и листать. И вот этот момент прозрачности, он действительно классный, на мой взгляд. И тот момент, что все работает на автомате, без человеческого участия, конечно, тоже радует. Напоминаю, что в брокере Tiki представлено 4 пакета. Минимальный пакет стоит $250 и дает доходность примерно 5% в месяц. Пакет за $500 дает доходность около 7%, за 1000 – 9%, и пакет за 2000 дает от 10 до 13%. Все пакеты работают 12 месяцев, то есть 1 год. Через 12 месяцев тело возвращается, соответственно, либо деньги можно получить обратно, либо сделать реинвест, и прибыль будет приходить дальше. Естественно, нас всегда интересует вопрос, как обстоят дела с выводом. Последние заявки на вывод я сделал 17 декабря. Как видите, одна заявка $204, это как раз пассивный доход за последний месяц с пакета. $300 это реферальное вознаграждение за прошлую неделю. И, как видите, я делал выводы на разные системы, как раз для того, чтобы проверить, как это все работает. Я выводил средства на счет кошелек AdvoCash, я выводил в биткоинах, я выводил на карту Visa или MasterCard. То есть, в принципе, действительно очень удобно. Я считаю, что маркетинг в Tiki достаточно денежный. Например, бонус за личные приглашения составляет от 10 до 15% от стоимости проданного пакета. А учитывая, что стоимость продукта от 40 до 8 тысяч долларов, то в принципе есть неплохая возможность заработать. Также здесь есть бинарный бонус, где все люди под вами выстраиваются в два направления. Это могут быть ваши приглашенные люди или люди, которые попали под вас от вышестоящих. Бинарный бонус платится с меньшей ноги. И, соответственно, чем больше вам ваш пакет, тем больше составляет бинарный бонус. Если у вас пакет на $2000, то бинарный бонус составляет 7%. В бинарном маркетинге возможен так называемый перелив, когда вот это вы, а над вами находится ваш вышестоящий спонсор. И спонсор, если он активный, продолжает приглашать людей. И в какой-то момент вы под собой, вот здесь вот можете увидеть партнера спонсора, может быть, которого вы вообще не знаете, но под вами оказался человек или несколько человек, да. И вот это и называется перелив. И эти люди, хотя вы их не приглашали, вы с ними не работали, оказались под вами, и по сути они тоже создают товарооборот. И в бинарном маркетинге важно, когда вы занимаете место. Здесь как раз работает принцип, кто первый встал, того и тапки. То есть, если вы, например, успели на 5 минут раньше зарегистрироваться, чем вот этот человек, то он уже попадет под вас. А если вы опоздаете на 5 минут, то, соответственно, вы попадете под него. Так что здесь время имеет значение. Некоторые приобретают Tiki Broker по схеме золотого треугольника, когда один человек приобретает 3 одинаковых пакета. Например, если мы говорим о пакетах за $2000, суммарные вложения составят $6000. Что это дает? Пакет номер 1 или бизнес-место номер 1 получает бонус за приглашение 200 плюс $200. И плюс еще образуется бинарный бонус 7%, $140. Итого, в первый же день
Человек, который зашел по такой схеме, получает возврат $540. Ну и плюс в течение месяца он тоже получает пассивный доход. Ну давайте возьмем, к примеру, что пассивный доход за месяц составит 11%. То есть трех пакетов он составит $660. 540 плюс 660. Итого в первый же месяц человек, который зайдет по этой схеме, получает $1200. Ну и все последующие месяцы он также будет получать пассивный доход от $600. Ну а если продвигать тики более активно, то результат не заставит себя ждать. Вот такую цифру я вижу сейчас в своем кабинете, при том, что продвигать тики я начал всего лишь пару месяцев назад. То есть можно сказать, что вот эта сумма заработана за 2 месяца. Как вы знаете, скоро у нас предстоит Новый год. И не секрет, что очень часто именно в новогодние праздники многие хайпы и высокодоходные проекты закрываются. Но вот что касается компании Tiki, я считаю, что компания должна вполне спокойно и уверенно эти праздники пережить и работать дальше. Ну, как мы с вами знаем, очень часто в хайпах или высокодоходных проектах есть только легенда, что якобы где-то там работают, да, в случае Tiki. Это не сказки, это не легенды, это реально работающий продукт, потому что любой, по сути, человек может взять сканер букмекерских вилок и с помощью этого инструмента начать делать вилки. Вот, собственно, и все. Это и есть то самое железобетонное доказательство, что продукт есть, продукт работает, и им пользуются успешные продвинутые вилочники, имеющие стаж по 5 лет и больше. Это уже о чем-то говорит. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.